Помните, что руки должны быть неподвижны, ладони лежат на поясе. А теперь по диагонали. По диагонали. Возвращаемся в обратное положение. По диагонали. Вертикальное положение. Диагональ. Вертикаль. Теперь в другую сторону. По диагонали. Возвращаясь в вертикальное положение. По диагонали. Возврат в вертикальное положение. Теперь попеременно, по диагонали, вправо, возврат, по диагонали влево. Теперь движение грудной клеткой по полукругу из стороны в сторону. Из стороны в сторону. Разводим руки в стороны, поднимаем грудную клетку вверх и бросаем ее вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Почувствуйте напряжение мышц грудной клетки при движении вверх и вниз. Используя мышцы грудной клетки, толкаем ее вперед, поднимаем вверх, отводим назад, опускаем вниз. И снова вперед, вверх, назад, вниз. И еще раз вперед, вверх, назад, вниз. Теперь повторяем то же самое непрерывными движениями по кругу. Вверх, и вверх, и вверх, и вверх. Это отличные упражнения для мышц грудной клетки. А теперь выполним несколько упражнений на полу. Выпрямляем тело вверх, опираясь на руки и на ноги. Начинаем вращать бедрами. Вращаем. Еще раз. Еще раз.
Держите бедра на весу, а тело ровным. Это отличное упражнение для многих групп мышц. Вращаем бедра четко. Вращаем, вращаем, вращаем. Кладем одну ногу на другую. Втягиваем мышцы живота, расслабляем. Втягиваем, расслабляем. Держите тело ровно. Продолжаем втягивать, расслаблять. Втягивать, расслаблять. А теперь в два раза быстрее. Втягиваем, втягиваем, втягиваем. Почувствуйте, как работают мышцы пресса. Втягиваем, втягиваем, втягиваем. Опираемся на локти и начинаем резко поднимать вытянутую ногу вверх. Резко вверх и вниз. Вверх, вниз. Опускаем ногу медленно. Теперь другую ногу. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх и медленно вниз. Чувствуем, как работают мышцы нижнего пресса. Кладем одну ногу на другую, поднимаем и держим. Чувствуем, как напрягаются мышцы пресса. Это довольно тяжелое упражнение. Продолжаем держать.